Ну, в общем, приходит в обычном пакетике. Что же мы тут видим? Из обычной поролонки сделанная амбушюрка такая. Ну и здесь полностью пластиковый. Но вот эта вот металлическая штучка, которая позволяет держать немного хотя бы угол для сгиба. Разобрать его мы можем полностью. Здесь у нас пластиковая заглушечка и микрофон. Микрофон такой же, как и на оригинале. Два контакта. В принципе, ничего примечательного. Но здесь очень отчетливо видно, как полностью закрыта основная часть. Сейчас мы его попробуем надеть. Он немного толще, немножко длиннее, чем оригинальный микрофон. Но по качеству звука все то же самое. Единственное, что мы можем немного скоординировать его в плане того, откуда брать, откуда идет источник звука. Это хорошо, с одной стороны, что нам не нужно покупать переходник угловой для того, чтобы воткнуть в DJI Osmo Pocket. Но с другой стороны, в принципе, большого угла мы не сделаем, сильно не фиксируется. Так что как-то так, задумайтесь, стоит ли покупать. Качество звука одинаковое, как на таком, так и на оригинальном. Вот теперь можно проверить, какое качество звука на этом микрофоне, который мы купили. А вот оригинальный. Во-первых, он короче, во-вторых, у него здесь меховая шумозащита. Ну и опять же обрезиненный корпус. Внутри все то же самое, скорее всего, стоит. Просто вытаскивать неохота. Капсуль такой же. Вот. Но нет какого-то жесткого угла. И единственное, что нам придется делать здесь, это ставить угловой переходник для того, чтобы воспользоваться направлением звука. То есть, чтобы можно было регулировать. А так, в принципе, все один к одному, одно и то же. Единственное, он короче, миллиметров на 5-7. Так что, как-то так.